Ну, а я сейчас хочу подкормить огурчики. Сначала я рассыплю суперфосфата, у меня здесь немного есть по всей грядочке. Ну, все, суперфосфата посыпала. И сейчас в ведро воды я вот купила кефира литр. Вылью сейчас этот кефир. Затем туда же я бархатцы вот так вот срываю, отцветшие цветочки. Природный антибиотик, природный защитник от всяческих гадов. Все, я сейчас нарву вот тут, кто у меня тут нацвел, и все туда, в это же ведерко. И даже если не жалко какого-то кустика, я вот пару веток отрезала от одного куста, который в сторону уходил. Сейчас я его тоже здесь наломаю, накрашу все вот эти вот цветочки. Все это все туда же и пойдет. Друзья, посмотрите, какая у меня получается красота. Какой красивый получается у нас супчик. У нас сосед приехал, кричит. Вот так вот кефирчика туда же. Вот такой вот будет супчик. Для огурчиков этим сейчас полью по ковшику на каждого, по литровому. Вот такой вот у меня ковшечек литровый. Полью и получается мочевину я добавлять сюда в этот раз не буду. Суперфосфата добавила, уже хватит пока. Потом, возможно, в следующий раз мочевинки еще добавлю немного.